Что вы до сих пор думаете, что ваш ребенок начнет учиться сам хорошо и для этого ничего не нужно делать? На самом деле так не получится. Нужно что-то для этого сделать. Самое простое упражнение – это три алфавита. Когда вы с ребенком наперегонки складываете слова всего за 10 минут. Если у ребенка улучшается техника чтения, автоматически у него улучшается и успеваемость. Я Нина Шевчук. Здесь про эффективное обучение детей. Подписывайтесь, чтобы ваши дети учились в радости, без слез.